Так, все, да, все есть, есть, кажется, есть. Ну, посидели без инета, 2 минуты целых, вау. Круто. Стабильность. Здрасте всем еще раз, здрасте. Так, оно точно работает? У меня просто чат еще не обновился. И на экране чат тоже не обновился. Бум-бум-бакада! Ну, чат работает, судя по всему. Все, окей, поехали. Я не так хотел делать, ну ладно. Блин, вот этот вот супершар должен вот эту слизь накачивать. Но, к сожалению... Он прокатился как-то очень-очень плохо, да? Ой, блин. Бомбы надо как-то хотя бы взорвать. Сферка где-то там. Уже сфера совсем плохо, да, сейчас. Кажется, я уже не взорву здесь бомбы никакие, да? И вообще ничего не сделаю. Ну и так попробуем. Плохо, очень плохо, все, меня съели. Что я здесь плохо прокинул? Не буду сейчас глазки капать. Мне нечего. Я без понятия, если честно. Да. Да-да, пошел я нахер 120. Гребаная непроходимая слизь. Надо было упороться в какой-то один камень и, короче, только его тыкать. И только его усилять, один шар, может быть. И эрки нажимать, может быть, хоть так бы выиграл. Ну, слизь слишком сложная. Для нее даже какой-нибудь улучшенный нож. Тяжело. Вот здесь плюс один сброс на шар. Блин, вообще 15 хп, как будто бы не так уж и плохо. Да, слизь самый сложный босс. Здорово, утка, привет. Круглицепсы. Я никогда не буду это брать, когда билда уже нету. Я уже пробовал. Ну и сброс шаров. Не знаю, какой в нем смысл, но... Ну, мы попробуем. О, понятно. Понятно, все, понятно. Сброс самый. Ну, он полезный, это факт. Давай-ка в эрку сразу, нет? Не попадем. Как я ненавижу эту миссию со слаймами, она просто отвратительная. Ой, как я плохо все это сделал! Ладно, мне супер везет на эрке. Вот прям... Просто... Супер везет на эрке. Крит тоже неплохой. 90. Монет почти не собрал. Хорошо, игры, веселого стрима. Спасибо, Люцу, свою карту. Привет и... Привет и здорово. Да, здорово, здорово. Так, ну, есть тут один хороший шар. Один хороший шар есть. Его мы возьмем, конечно же. Справа есть сундук. Значит, мы хотим идти вправо на сундук, да?
Жадность, минус 5 хп. Ага. Я не знаю, по-моему, ну мяч говна кусок. Эти штуки не считаются камнем. Лучше избавиться от камня бесполезного. Ну тут направо надо. Чтобы на сундук попасть. Бум-бум-бум-бум-бум. Надо учиться жадничать. Нет. Жадность — это наше все. В смысле отучиться жадничать? Как? И главное, зачем? Шарики, которые мы не можем купить. И самое жесткое, что, по всей видимости, туда-то мы тоже можем не попасть. Ну, может, рестарт нажать? Типа, что это за магазин такой, да? Что это такое? Ну, а там еще один сундук есть. Справа. Ой, блин, эту паутину надо всегда заранее зачищать. Блин, телефон разряжается. Сейчас, минуту. Резинка, тащи. Говна резинка получилась какая-то. Тут только бимбы, блин, и зачищать. Хватило. Да, я уже готовлюсь к рестарту. Я сейчас посмотрю просто первый релик и потом рестарту, если что. Хотя не первый, а два релика получается. Давай дублируем камень. Лошарик дублировали. Круто. Больше шаров и реликвий на выбор. Ну, кстати, почему бы и нет? У Пеглина самого по себе, в принципе, больше шаров на выбор, но... Блин, никак не надо. Надо кидать вертикально вверх. Получится ли у меня полностью вертикальный выстрел? Нет. Конечно же нет. Кто такие эти ваши вертикальные выстрелы? Вот это шары на выбор. Вот это я понимаю. Шарапка дает один круглиц, за каждые 12 наносит себе урон. На самом деле, с вот этой штукой можно просто доктор шары, например, найти, да? Ну так, чисто из полезного. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Класс. Зрабы убрали из пегли на вертикальный выстрел. Ворог провел расследование. Вертикальный выстрел. Что это значит? (Свист)
А, вертикально имеешь в виду просто вот чисто полностью вертикально. Ну да, там, там бомбы все... Нет, ну подожди, вот у меня сейчас-то получилось. Она меня вертикально вверх отбросила, я еще раз по ней попал. Почему? Нет. Они еще есть. Иногда, не везде, но есть, видимо. Блин, шаровуха хорошая. Вот это очень странный шар. Я не знаю. Кто босс? Крот. Крота можно вот этой вот шапкой, в принципе, побить. Накладывается на кого угодно, но еще лучше ауешки, да. Поэтому я просто улучшу шаровуху. Так, нам точно надо влево. Мы не жадничаем на монетке. Угу. Думал, PSA уже вышла. Сегодня только ее трейлер, видимо, завтра. К сожалению, завтра, потому что обычно они должны выходить по средам, но почему-то выходят завтра. Ну, как ты так вот, как можно вот так упасть? Как? Просто невозможно. Просто невозможно. Шары не могут падать настолько плохо. Опять эта фигня пришла, да? Есть два... А, у меня два сброса было в прошлом, да, забеге. Так, здесь тоже не жадничаем, потому что... Не, ну можно, конечно, вот по этой попасть. Нет. Что, если я пойду на магазин, я ничего не куплю. Ну, а здесь я... Тоже ничего не возьму, конечно же. А тут можно вообще попасть вправо? Можно. А подожди, а где? А, только в наградах за бой. А, да. Ну ладно. Ну, кстати, я просил сброс шара, я получил сброс шара. Опа! Плюс яд. Это заявочка. Это заявочка. Яркая поляна. Давай отдохнем. Окей. Третий релик. Арки и криты тоже наносят урон. Ну, я не вижу у себя круглицепсов. Да, я сейчас на эту элитку, скорее всего, пойду. Потом на тот сундук попробую. Ну, лучше круглицепсы. Жопёс Риса, вам привет. Здорово, здорово, здорово. Я могу, кстати, просто сейчас сделать вот так. Чтобы они там помирали все от яда. Блин, мне вообще надо путь вправо-право вкладывать, да? Ой, кажется, не получится. Я все еще попытаюсь. Бимба. Эх, шар. У меня уже есть АОЕшка ядовитая. Но это тоже будет АОЕшку накладывать. Вернее, яд накладывать в АОЕ. Так что эхо шар звучит отлично. Блин, я очень сомневаюсь, что... Хотя он же... Это же паучья слизь, да? Да, найс, найс, найс. Он существует! Минотавр существует! Не верю! Вау! При этом мне приходит эхо-шар, который на него вообще ну, не очень. Доброго дня и да. Хорошего настроения. Тян Сварога. Мистер Ван с Ресапчиком. Спасибо большое. Привет, привет. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Рад видеть. Так, ну эрка у нас, конечно, находится ужасно плохо.
Хотя бы, кстати, Крид больше яда наложил. Это окей. Так, надо как-то этот центр пробивать, да? Кстати, можно даже этим камнем нормально. Сойдет, наверное. Тяжело. Тяжело. Ну, Минотавр. Чё про него можно сказать? Минотавр. Крот. Крот, Минотавр. Будьте знакомы. Ну, я без понятия, смогу ли я сейчас как-то выжить, конечно. Эхо усилить. Ну вот за битву больше реликов. Штыри превращаются в камни, атаки, летящие вперед, пронзают одного врага за каждый задействованный крит. Доктор Шар спасет. А, где его найти? Плюс 2, плюс 0 за каждый крит на столе. Ну, кстати, для начала игры очень даже неплохо. Как будто бы прямо сейчас лучше пронзание под крота взять, чтобы его ядами закидывать. Потому что иначе просто мы, ну, не справимся с ним, скорее всего. Фигня. Да вот, есть вертикальные эти удары. Подожди, ну это за каждый задействованный крит. Так надо так и крит задействовать, получается. Как ты не попало? Ну? Чего началось? Ну, мы сейчас здесь прям помрем, да? Очень на то похоже. Очень на то похоже. Как же больно. Как же больно. Делают эти гребаные пенечки. Орешковые кушаешь. Я не пройду. ХП слишком мало. Сфера вовремя. Да в смысле ты два раза эти эрки прожал? Так, ну криты как раз надо нажимать, не просто же так я их взял. Эх. Да я и заметил, да. Не попал. 6 хп, восхитительно. Еще не сдохли. Увы. Зачем ты шаров 10 штук набрал? Может быть, ты спросишь, зачем я камней 10 штук набрал? А что мне надо было набирать? Какие у тебя предложения хорошие? Перезарядка дает круглицепсы. Да, бегаю. Спокойно. Ну, кстати, дополнительный крит, как будто бы слайм, если я сейчас накачаю. Если я сейчас накачаю нож. Если я сейчас накачаю нож, в целом будет норм. Да я просто спрашиваю, первый раз вижу. Ну, потому что без шаров у тебя быстро наступает перезарядка. А как только у тебя наступает перезарядка, ты проигрываешь. Вот так вот здесь это работает. Потому что тебя ваншотают. Хот-мод! Что творишь? Спасибо большое. 10 подарочных подписок. 98 подарочных подписок в сумме. Чейрал, Хил, Топ Ти, Сирлол, Тиллилоп.
Флангот, Унимаг, Луковка, Злобный М, Фирин 89 и Ф. Тоска получают сабочки. Поздравляю с сабочками. А еще новая подписка самостоятельно. Спасибо большое. Картин АА. Картин, добро пожаловать. Спасибо, спасибо. Запускайте хайповоз, получается. Спасибо большое за поддержку. Как же эта игра просто вот... Просто вот просто. Ах, сейчас бы шарию. Ну, двух монеток не хватает для доп-критов, да. Магазин я не хочу. Там цены, говорят, подорожали у торговли. Не хочу к нему ходить. Чего ж? Да, надо. Угу. Шар головорез. Ну, тут, конечно же, улучшар всегда. Улучшает, кажется. Вообще, кстати, ухудшар как будто бы не так-то и плохо. Еще у него урон-то 5-9. Фига себе. Перебором бьет. А давай. На улучшениях как будто, конечно, посос, но... Хотя бы какой-то урон, типа, будет. Во, прям сразу перебором бахнуть. Нормас. Блин, ну штыри минус один, конечно, неприятно. Ну, пережить, наверное, можно. Ого, ого, не, ну это жесть. Ну это хайповоз супер высокого уровня. Не зовите Мерсера. Срочно никому не звать Мерсера. Спасибо, Кодмод, спасибо еще за 20 гифтов. Жесть, спасибо большое. Асгаварио.ру, Булкин, Аларм Крок, Айм Барсик, Пупсич, Руссо Орса, Мниаксо, Стальной Волк, Сноу Кэт, Валерон, Фомор, Барба, Клак. О, Лайт Виси Дарк, Хома Сан получили сабочки. Грац, Грац, Менсерк. Дурак, судя по всему. Агент, Лола Круэ. Лола Круэ, поздравляю. Феникс Кофе, Титан ДВ и Дарк Арт Поп. Куча сабочек. Спасибо, спасибо большое. Много луркеров забрали сабки, надеюсь. Это выведет их из лурканья, не знаю. Да. Ухудшать ли ухудшар? Нет, надо накачивать кинжар сейчас. Блин, круглый щит вроде прикольный, но... Но я точно знаю, что он не работает на слайме. Я не буду его сейчас брать. Мне кажется, это ошибка. Я прям знаю, что он не работает. Почему не надо звать Мерсера? Стрел все равно может по фоне попасть. Потому что, чтобы он на этот не попал. На хайповоз и не забрал гуся. Прикол в этом. Не буду сбрасывать. Куда ты улетел? Ну куда ты? Зачем? Когда-нибудь камни начнут активировать бимбы. Когда-нибудь. Бум-пу-бум-пу-бум. Сапка на каких-то рандомах прилетала. А ты иногда, если случайно просто заходишь, прилетает. Есть такое. Один прозмяченности при попадании. 10 урона проходит сквозь врагов.
Второй ухудшает. А, это не ухудшает, это ёшкин шар. Уничтожает штыри. Это вообще какая-то жесть полная. Сам повтор. Обновляет доску при использовании. Вращает каждый восьмой задетый в дополнительную эрку. Как будто бы рерольчик. Как будто бы рерольчик хорошо зайдет. Потому что у меня его еще нету. Криты у меня уже есть какие-то. Блин, денег супер мало. Очень хочется пожадничать, но лучше на элитку просто пойду сразу. Да, может, в какие-то на рейдах залетал. Такое тоже бывает, да. И он смог убить. Ничего себе. О, вау. Как я знал, что вправо улетит. Блин, еще и урона вообще не нанес. Давай бомбы! Ну, почему не может активировать гребаные бомбы? Что вот так вот понажимаю? Стой. О, нет, он активирует доску при использовании. Когда я сейчас хотел наоборот кинуть как бы бомбу просто и все. Ладно, урон, 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 еще раз урон. Больше урона. Давай, дамажь меня. А, один, да? Один? Сейчас я подвину, чтобы было видно возвышение, чтобы вы не спрашивали. Ладно, мы умерли от элитки. Забег с дополнительным критом оказался слишком слабым. Когда тебе не приходит ни одна уешка, кроме одного пососного перебора, который не может ничего сделать. О! Здрасте. Это, кстати, тоже очень сильно, но это еще сильнее, как будто бы. Нормальный старт. Ты ли это? Справа сундук вижу. Сила. Есть. Так, улучшение штырей мне уже не нужно. Мне нужны рероллы штырей, да, по-хорошему. И любые ауешки. Ауешки здесь нету. Качаем нож. Пытаемся попасть вправо. И что, новый смайлик? Stir the pot. Ну, такой, кстати, нормальный в целом. Как будто бы. Как ты так пролетаешь? Ну как? И зачем ты бомбу взорвал? Вертикальные удары все еще существуют. Так себе. На полушечке. Так и думал, что просто мимо пролетит. Тут
Ту-ду-ду. Так как же плохо. Нужно еще было в крит попробовать выстрелить. Окей. Вон, 3 хп — это фигня. Усугубляющий шар. Усиливает дебафы на жалкий 1. У него крит урон, конечно, хороший. На любого врага может быть нацелен. Ну, говно же. Говно. Звупомячный иногда прикольный, но что-то очень лейтгеймовый. Давай нож качать дальше. Активация крита наносит всем врагам урон вашего шара плюс x количество критов. Положительные эффекты на себя. Как будто бы в криты можно попробовать пойти. Отскоки от стены наносят урон или перезарядка уешет. То босс крот. Ну, у крота будут отскоки от стен. Ну и рерол кол. Ну ладно, давай так. Тяжело. Еще сундук. Каждое собранное во время выбора золото считается как 4. Но и для жадных. Обновляет стол при каждой перезарядке. Вот, эх, жаль, сыр не взял. Ну, сейчас можно было бы от перезарядок поиграть чуть-чуть. Ого, неужели хорошая раскидка? Очень даже солидненькая получилась. Куда хочу, там монет много. И бомба всего одна. Как же они... Давай так. Ту-ру-ру. Че пень упал? Ну, такой вот пень. Нравится ему. Блин, пройдет. Больно. Как же больно. Почему так больно всегда? Задействует крит каждый 6-й задетый мяч. Когда достается, превращает один в крит. При активации крита наносит всем врагам урон вашего шара x количество критов. Как будто бы я билд нашел. Я билд. Мошенники совсем разленились, стали сбрасывать трубку сразу после слов ассистента про запись разговора. Жестко. Ты так их булишь? Тем, что якобы разговор записывается? Они такие, о нет, меня по голосу вычислят, по IP. Хочется бомбу сбить. Мне не столько хочется, сколько нужно. Серьезно. Больно. Вот эта вот штука пока незаметна, чтобы она сильно много дамажила, если честно. Отвратительно просто. Надо было просто сюда прокинуть шары. Шаровуха норм. Эрки прокает, норм восклицательные знаки прокает. Ее бы только прокачать надо.
Функция на телефоне, просто при ее включении телефон еще сам предупреждает слух про старт записи. Взорванные бомбы может вернуть на стол. Каждая перезарядка еще равновесие. Ну, кому нужны взорванные бомбы, когда есть плюс 2, плюс 2, да? Странное зеркало. Брать все шары. Не, наверное, нет. С другой стороны, подожди, щит обновления, весы, я мог бы сразу реролить. Может быть, стоило попробовать. Не знаю. Ну, блин, у меня там уже шары подкачаны. Перк перемещается вообще круто. Думаю, что могу элитку побить. Ну, наверное, не эту. Ну, ладно, не знаю, посмотрим. Буду стараться стабильно обновлять стол и блин, ну почему в эту сторону-то? Короче, постараюсь стабильно обновлять стол и накачивать этот бомбы прокнули, ура. Блин, ну куда ты полетел? Куда ты полетел? Куда ты полетел? Зачем? Сейчас буду накачивать здесь эти. Восклицательный знак бы прокнуть, все умрет. Да, отлично, отлично. О, неплохо. Ну, по арке вряд ли попадет. Чуть-чуть разок меня ударил, да? Не, вот этот шар все-таки хорошо с этим мечом работает. Проблема в том, что я хп уже капец сколько потратил. Блин, круг призыва нельзя не брать. У меня улучшений никаких нет. Обновляет стол при смерти врага. Лечитесь, наносит урон от восстановленного здоровья. В 3 раза больше. Вау. Когда появляется враг, вы получаете стремительность. Очень хочу вот это взять. Это неплохая штука, но лучше всего как будто бы сейчас взять просто уклонение и пытаться жить. Вот серьезно. Блин, возможно, в битву лучше было бы сходить. Да, под доктор Шар это сильно. Ну, конечно, конечно. Вороны с 3 камнями. Минус все хп на этого. Ну, проиграл уже буквально. Я не думаю, что это как-то можно выиграть. Двадцать 26 хп не вытаскиваю. Вау. С другой стороны, призываю критомяч. Подожди, а что только один? Потому что я еще не успел его качнуть. Уклонение, конечно же, не сработало. Да, забег хороший был, и усиление есть, и вот этот крит прикольный, который уешет. Ну, к сожалению. Ну вот разве что каким-то чудом сейчас 600 урона. Уклонение, окей. Ага, меня сейчас заплюют просто. Че, серьезно, я еще жив? Удивительно. Как это происходит, я не знаю. Ну, я же говорил, что накидка клевая. Да. Вот сюда тебе надо было попасть. Какой ужас.
Какой просто ужас. Ну, конечно, я туда не попаду. Да, два уклонения и так было. На два больше, чем... чем планировалось. Бибрейв, привет им. Здорово. Попробуем в этот раз фитилек взять. Чё бы и нет. Денег на этой карте не будет, да? Не хотел попадать в бомбу, я хотел собрать монеток. Одной монетки не хватило, конечно же. База. Я все еще смогу на сундук выйти? Все еще смогу. Попасть, да, как-нибудь. 7. 10. Сундуки взрывать будем пытаться? Ну, будем, конечно. Чё, как же не пытаться-то теперь? С фитилем. Уешку, пожалуйста. Пни. Ладно, пни я сейчас вообще легко пройду, получается, да? С фитилем просто. Пенечки в помойку улетают. Никогда так хорошо камень не летал по пенечкам. Никогда такого не было. 73 монеты. Может, в магаз попробовать выйти? Че у меня магазы? Ну, вон там есть один, кстати. Лечебная слизь хорошая штука. Тяжело ей довольно пользоваться бывает. Наверное, возьму. Хоть какой-то хил. Хоть какой-то хил, это тоже важно. Кстати, можно и влево, и вправо. Влево попробуем. Да ну не на стул. Ну как можно попасть в эту маленькую дырку в огонь? Ну как? Ну и как ты не доехал до крита? По одной бомбе, ну как ты можешь по ней не попасть? Ну, чел. Ай, теперь этот живет еще. Тут, блин, в эрку не попадешь нормально.
Бомбы взрываются с одного удара. Нет, извините, мы... мы их взрывать не будем. Мы их, конечно же, взрывать не будем. Боль. Какая боль. Эрка справа. Мы в дерьме. Каким-то чудом я попал по нему. 100 очков исследования со слайма. Поехали, миллион урона в лицо. Угу. Спасибо, слаймы. Это, по-моему, худшая, да, битва из всех просто. Что ж, сейчас отъедем. Фитиль здесь ничего не делает в этой битве. Урона. Кайф. Через сколько GTA примерно? Я хочу хотя бы один забег в Пеглине на 18-м пройти. Зачки, если да, они там открывают персонажей. Ну, типа, информацию про персов. Не понял. Просто два бревна и все. Она уже приходила на стрим. Я просто хочу сегодня немножко в Пеглину поиграть. Бонька, бонька. Хоть какую-то уешку дайте. You like watching me? Нет. Беглин, не люблю я за тобой смотреть. Все, убрать все шары, поехали. Я не помню, шароборосы хотя бы перебор, а не все уже сферы не убираются. Вау, класс. А, у него эхо, ясно. Эхо, это не перебор. Его нельзя убрать. Ну, я заметил. Дополнительная эрка. Кайф. Погнали элитку попробуем побить. Три камня. Вороны, говна. Ду-ду-ду. Вот как в центр, оказывается, попадать надо. Ну-ка, подождите-ка, попытка вторая. Ну, почти. Почти. Не. Не вышло. Я сейчас здесь умру. На этой элитке. Ну, что, как бы... Вполне себе ожидаемо. Н-
на первом уровне Шарабороса идти на элитку, как бы. Чего я здесь хотел увидеть? Засранную колоду бесполезным шариком. Подожди, это я что взял? А, блин, я фигню взял. Я чуть-чуть другую штуку хотел взять. Ладно. Я почему-то думал, что это тот, те самые очки, которые увеличивают урон. Но это оказались не они. Жаль. Очень жаль. Заново начать? Ты зачем просто так заново начинать? Когда... Ну, типа, заново начинать, когда ты уже хотя бы посмотрел немного билд, и его, очевидно, вообще не, ну, он вообще не собирается. Ну, или когда ты одну из самых сложных битв в начале заролил, умираешь от слаймов, в принципе. Есть такой вариант тоже. Есть такой вариант, есть. Как будто бы. Отвратительная бомба, отвратительная битва. Давай возьмем вот так вот. Почти. Собирай монеточки. Монеточковые. Скорее всего, надо было в крит стрелять. Мы создали бомбу! Что она нам дает? Ничего. Когда-нибудь ему хватит урона убить пеньков. Седьмой в монеты. Эту бомбу накачивать. Смотрим. Зарядка дает круг лица. Пс отскоки наносит урон. Го умирать. Легкий босс. Крит пропал со стола, круто. Хороший релиз, спасибо, Пеглин. Логично, наверное, что не попал. Блин, ну можно, пожалуйста, в бомбу, спасибо. Надо было вправо кинуть, может быть, вот ту задел бы как-нибудь.
Слушайте, шаромба улучшенная, прям хороша. То есть она первый задетый сразу в бомбу превращает. Это гарантированная бомба, кайф. Да, конечно, ты успел. Все, посос. Первый и каждый шестой. Ну давай. Билд на бомбах. Пойду влево, может там поляна прокнет, которая хилит. Ну не совсем. Нубский билд на бомбах, который безумно контрится этим минером в финале, да? У меня столько бомб на экране, ни одну взорвать не могут. Заявка на победу. И такое бывает. Вы издеваешься надо мной. Так, ну попробуем. Есть, хорошо. 50 хп. Кайф, кайф. Доктор Шар, да, это самый сильный шар в игре. Это он. Я теперь могу еще взорвать еще одну бомбу и... Все уже давно запомнили Ломбоут, спасибо за 12 месяц. Спасибо за ресапчик. Всем хорошего денечка, тебя привет, привет. Подвержен влиянию круглицепсов, кругловкости и шаровновесия. У меня, кстати, есть круглицепсы при перезарядке, но... Кто, кстати, босс? Этот, да. Как будто бы электрическая... А, это не электрическая слизь. Мне тоже точно нужно кинжар тоже накачивать. Не только этот. Ой, что-то я лучше бы направо пошел. Макс ХП, кстати. Ну блин, ну за деньги это слишком дорого всегда. Крит урон 1-3. Критулечек бы. Как ты просто взял туда и упал? Плохо. Верку как-нибудь молю. Так, как в нее попасть? Да без понятия. Я просто так хочу похилиться, но... Не обо что бить. Как-то попал в нее. Пыльнулся чуть-чуть. В смысле, сразу третий уровень жижара? Блин, манифестация есть. Или сразу третий уровень жижая. Жижаевый жижар. Ну, допустим, 4-9 урон. Блин, за 45 монет вообще возьму без... Без лишних размышлений, да? Может быть, использую только один раз за бой.
принципе, это тот момент, когда он должен быть использован, потому что тут бомбы всех убьют. По крайней мере, должны. Собрал, хорошо. Соберу монетки x2. Соберу монетки x3. Так, я точно тебя выиграю, да? Нет? Дает один круг, за каждый реактивированных крита. Шария. Чем мне босса-то убивать? Может, горящую шарпку взять? Яд накладывать, да слабовато. Кругловкость за каждые 3. Ну, как это вообще возможно? Типа, ну, возможно, но нужно очень много этих. Ну, вот она неплохая, чтобы критулечками дамажить. Бомбами буду босса бить в том числе, да? И кинжар. Бомбами и кинжалами. Может, сейчас еще шарик найдем здесь на черепушке. Какой-нибудь, допустим. Он не смог прокнуть. Жесть. Какая жесть. О, ну тут я уже все убил, да? Есть призрак. Очень сильно. Шаровуха тоже хороша, потому что бомбу лучше активировать. Но призрак супер топовый. Ну давай, давай, нападай. Нужно было гамму, наверное, даже сделать. Так, пока весь экран есть, можно слизи попробовать напихать сейчас. Неплохо, неплохо, как будто бы нормально. Теперь то же самое делаем с бимбами. Ну куда ты туда отлетел-то? Ну бесполезный. 300 урона, кайф. Хорошо. Очень хорошо, две штуки смог сбить. За что я лозаю по... А, да. Мне кажется, есть смысл доктор Шар пока оставить. На попозже. Хотел. Так, доктор не скоро. У меня тут проблемы. Как будто бы. Есть крит, в который можно попасть и улететь влево просто. Так, хороший крит более-менее. Бимбы. Могу ли я нормально этим шаром похилиться сейчас? Не знаю. Скорее всего, он улетит влево. 20 хп всего лишь. Очень слабо. Так попадаю. По слизи чуть попрыгал.
Да боже мой, нет, два хода. Ау. Ау. Призрак должен... Да алло. Призрак. Можно я выиграю, пожалуйста? Мне вот чуть-чуть осталось. Вот прям вот все, и я выиграл. Спасибо. Какая жесть. Ну, леший, конечно, легкий. Ну, такой. Относительно. Блин, может бронебублики тоже взять все-таки? За 35-то как будто бы норм. Угу. Минус один крит, когда у нас скорее билд на крит, хотя есть колокольчик. Надо было чисто бомбами убивать, у меня же бомбновление. Это хорошая штука. Ну, как будто бы кинетический метеорит надо взять. Жесть, там весь низ просто в лозах был. Сундук. Литка. Ну, в магазин надо идти по левому пути. Скорее всего. Ну, метеорит — это как взять шарезинку, по сути. То же самое. Пока стол не обновится. Главное теперь эрки не искать какие-нибудь, да, которые на обновление стола. А, ну, кстати, об этом. То есть сейчас метеорит сразу, мгновенно не работал. Не сработал. Потому что я уже обновился. Окей. Так, я очень хочу, конечно, призрака использовать, но еще больше я хочу похилиться. И все равно лучше обновить стол. Врагов бомба нет. Да, так и есть. Отлично. Блин, манифестация. Вот теперь можно будет от крита как-то отказаться, наверное. Не знаю. 4 самоурона не страшно. Круглицепс. Нравится мне этот шар. У него и цифры хорошие. 4-9. Я в магаз иду. Ну ладно, давай мы его возьмем, улучшим сразу же, да? Поставил скорость X3, только 1.5. А там надо в менюшке выйти в настройки. То есть в забеге нельзя. Чё-то сладенько. Наспамил бомбы, ни одну не взорвал, ничего себе. Сфера уже 2 урона появилось. Ей. Кайф. Шарезинка мне теперь не нужна. Криты не нужны. Улучшать нечего. Купим монетки. Вот здесь хорошо должна полетать, как шарезинка обычно летает, благодаря метеориту. Ну, нормально, нормально. Класс.
Ну, только призрак нормально и может сейчас. Да блин, почему он сразу в эрку попал? Потерял чуть-чуть. Так, скипаем, идем в магаз. Хорошо. Чем был плох магаз со правой стороны после сундука? Тем, что он идет, и ты теряешь один дополнительный ход. То есть ты идешь. Если ты идешь не сюда, не в, я не знаю, это ухо пеглина или что такое вообще. Ты теряешь один дополнительный ход. Принять взятку и тихо уйти. Раскрыть повара пеглина. Взятка — это рандомная реликвия, вроде как, да? Раскрыть повара, я понятия не имею, что это дает. Ну, реликвия хорошая. Исцелите 10 за каждый собранный. Опа! У меня бомбы так-то очень даже важная часть моего геймплея. Кстати, релики все еще 50 стоят. Странно. Можете по 5, по 10. Релики же раньше стоили 50, да, вроде бы. Раскрыть — это вроде элитка. Так, короче, вот это вот берем. Всегда топ. Ух, мерзкая локация, конечно. Неплохо. Не улетай туда. Подожди, призрак же проходит сквозь штыри, да, пока летит. Чуть незаметно. Кайф. А, вот это, конечно, я не очень хорошо сделал. Ну, ладно, нормально. В общем, сейчас финальным боссом будет этот Бомблин. Не знаю, так его зовут или нет. Я его так называю. И мы просто умрем. Потому что у нас есть обновление. Опа, раскрываю вам этот сценарий этой битвы. Резинка как будто бы с кинетическим метеоритом не нужна, но это не точно. А может и наоборот, она еще... Может быть, она с кинетическим метеоритом станет еще сильнее. Не, наверное, я, пожалуй, ее скипну. Как хорошо, что есть. Круглицепсы. Увидите, как их кругло... Короче, щиточки. Как хорошо, когда есть щиточки. Блин, в эрку попал. Рано. Рано, плохо. Бронебублики. Да, бронебублы. Бубласы. Бубалехи. Сладкие бронебубалехи. Что-то я по бомбам вообще попасть не могу. Они должны все эти квадратики сразу взрывать. Как долго летает обычный камень, жесть. Блин, хотел бы до хилки дойти, но... Видимо, не... Хотя, может... Не
не дойду. Так. Вопросики. Теребим резинку. Ага, вас понял. Довольно удачно я сейчас бомб накидаю, да? Если сейчас еще призрак бомбами всех убьет, он сможет убить лучше, а это хорошо. Слабенько было. Да блин, что я делаю? Вообще сейчас Р-ку кинуть и взорвать просто бомбы, да? Взорвать просто бомбы. Пожалуйста. Да, примерно так. До доктора не дожил бы уже. Кстати, против нас рисовальщица. Да, полезный для шаровья. О, я его возьму, он мне сразу максимально хп накачивать будет в битвах. Кайф. Думаю, я лучше вправо пойду, где сундук. Просто битва. Плюс 3 бомбы или дополнительный крит. А, что с дополнительным критом? Вообще крит, цифры крита у меня гигантские, но манифестация мне дает круглицепсы. Но с другой стороны, цифры крита у меня действительно крутые. Составные когти есть. С другой стороны, бомбы я и так создаю, а тут еще бомбновление. Интересненько, интересненько. Тяжело. Тяжело. Это явно лучше. Но у меня хороший крит-урон. Реально хороший. Может, еще какую-нибудь мантию критовую найдем. Или как они там называются, не помню. Че, давайте, может, гамбу да убьем ли босса? Давайте, у вас 2 минутки есть. Пока я тут с зеркалами дерусь. Может быть, не очень плохо, что доктор Шарп первым пришел. Я все-таки не был прохилен, да? Больно, блин. Эх, не пробью зеркало, жаль. Призрак. Блин, макс хп себе не успели качнуть, призрак все убил. Жаль. 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 Кидайте на красное. Да, не забывайте кидать на красное. Пеглин это не... Ребята, Пеглин это не простая игра. Здесь можно умереть где угодно. Ну блин, ну почему? Ну, в одну бомбу уже попасть и все. Опять зеркало. Четыре всего лишь штучка. Маловато. Mm-hmm.
что мне с тобой, блин, делать? Как ты просто все взорвал и улетел? О, бесполезность. Так миллион бомб, ну взорви хоть одну. Все еще контрит меня своим говном, блин. Ладно, ну, своим зеркалом. Шар, фигня. Похилюсь на всякий случай перед битвой. Да и можно уже, наверное, как один из камней улучшить. Дает атакам увеличивающийся множитель урона, основанный на количестве серых штырей или удаленных штырей. Вау. Когда вы лечитесь, наносите в 3 раза больше урона в кого нацелен прицел. Опа, под доктор Шар. Блин, тут чё-то сложный выбор. Это звучит сильно, это звучит... Ну, пирог всегда тоже хорош. Превращенные в бомбы считаются удаленными. Не знаю. Да, я еще ни разу не брал эту сумку оранжевых штырей. Даже не знаю, как это работает. Всегда бы такие релики, блин, падали. Мне кажется, наносить урон доктор Шаром кайф. Время тестить. Госсумку затестим. Ну, кстати, на боссе-то удаленных штырей не будет. Пирожок хорош. На ней, кстати, очень хорош должен. Они же засасывают сами штыри, и мы их не то чтобы сильно удаляем. Да, описание сумки странно. Ну ладно, давайте узнаем, попробуем хотя бы, что, как он... Как и чего. Это же красные пишут. Угу. Агент красных на второй релик байте. Да, может быть. Может быть. Все возможно. Нет, он ресетнулся. Так, сейчас мы точно не хиляемся. КП, конечно, немного, но я думаю, что до ресета еще доживем здесь. Здесь битва такая долгая, там эти яды всякие. Если, кстати, вот это превратить в бомбу, в теории, потом можно сюда закидывать шар, наверное. Блин, призрак сейчас всех убьет, да? Да, всех убьет. Вот, поверки попали. Так, ну, в целом-то урон-то есть. Ай, блин, я... Подожди. Она обратно превратилась, что ли? Работает там. Блин, влево улети. Чё ты там летаешь? Блин, надо вообще в бомбы же стрелять, они же обновляются у нас, и 3 штыря или 5 штырей одновременно херачат. Блин, серьезно, ты вот сейчас пришел ко мне? О, блин, даже не знаю, юзать. Ну а когда еще? Если не сейчас, то когда еще? Я и так в целом уже выигрываю более-менее, так что... Как будто бы скип и критулечки, да?
6 яда. Жесть, бомбы-шар даже бьет. Хорошо. Блин, можно как бы в эрку попасть, но зачем? Туда вот попробую полетать щитовичком. Когда ты бдаем? Никогда. Здорово. Бомбы все-таки прокают апельсины, да? X1 дает атаку, увеличивающийся множитель, основанный на... Так а чё, почему X1-то в итоге? Ой, магниты. Ну, блин, мне на сильные магниты на Эрку мне как раз не нужны, потому что у меня кинетический метеорит. Все шары становятся болезненными. В два раза меньше Эрок. А у меня сейчас нету доп. Эрок. У меня одна Эрка всего лишь. То есть их будет ноль. То есть я не могу на стойку брать, наверное. Да, поздравляю синих. Не совсем понимаю, почему же сумка не увеличивает. X2 на пару шаров, потом опять пропадает. Всегда есть проклятая маска, она клевая. И атаки наносят в 2 раза больше урона. Вы получаете 3 самоурона за каждый 30-й штырь. Слушайте, а у меня такое чувство, что я могу жезлом отыграть. У меня есть прохил. Не уверен. А чё настойка плюс апельсины? Так она меня... Ну и чё? Она меня шотнет. Ну, типа, блин, без эрки играть невозможно. Да не, просто проклятую маску взять, хорошая штука. С учетом кинетического метеорита, проклятая маска норм. В любом случае. Они все равно летают туда-сюда, там уже не понять, куда полетит шар от метеорита, абсолютно никак. Так, боссом будет кубы. Кубы сложные, делаю ставку. Мне кажется, можем не убить кубы. У тебя рок, да и пофиг. Разница. Все 80, к сожалению. Ну, по криту хотел попасть. Так прикольно, что они от вот этих вот круглых тоже отскакивают в целом. Ну, до тех пор, пока в арку не попадешь, да? Просто бомбы взорвали эрку, и у меня метеорит не прокнул. Ну, бывает. Куда-то падаете постоянно. Класс. В тот крит попадает, да? Убил, окей. Шария как будто бы хороша. Ну, кстати, да, сумка штырей уже в X3 вышла. Как же доктор Шар не в балансе? Да, это он. А чё, магазинов нету, но только в конце. Ну, как будто бы шарея не лишняя.
Как шары кидаются. Ну вот, возможно, сейчас пройдем. Ну, не факт, но возможно. Мне бы уже обновить все-таки как-нибудь, да? Ну, конечно, призрачный-то... А, ну призрачному-то и нормально. Блин, ну он улетит просто в этот сейчас, походу. Серьезно, он просто улетел вот сюда. Боже мой. Что, призрачный так очень грустно было построить. 8. Мало. Дайте мне больше бронебубликов. Туру-туру. Пойдет. Нужна ли мне еще одна шаромба? Ха. Чисто взрывать бомбы на этом и убить его чисто бомбами. У меня бомб урон 40. Это сколько бомб надо кинуть, чтобы их убить? 100. Взрывы бомб дают иксы апельсинам, но поскольку у тебя шестеренка, иксы сбрасываются. Ага, ну то есть и потом они все равно срабатывают снова, я так полагаю, да? Ну, вот так это должно, наверное, работать. Блин, ну ладно, я не буду сейчас жадничать, чтобы случайно не улететь. При обновлении стола урон от количества штырей или прыгучей колонны, да... Блин, ну я тут, конечно, попробую, но... А, вот так вот надо делать. За каждый последующий того же типа или атаки... Ага, криты дают урон обычный. Ну, если не попасть, то норм. А, битва или вопрос? Вопрос, наверное. Блин, если сейчас не попаду. А, торговлен. Торговлю набирай, убирай, убирай, убирай на камни. Блин, торговлю можно, конечно, тоже попробовать взорвать, но я тогда могу не попасть на элитку. Хочу попробовать. Ну ладно, улетели в элитку и пофиг. Так-с. Красные бимбы. Красные бимбы. Честно говоря, наверное, не буду себя, наверное, дамажить, пожалуй. Блин, нифига, она просто улетела вниз. Так, все красные взорвались. Ага. ХП просто жесть. Куда ты просто вправо улетел? И чё, ноль щитов? И призрак тоже просто фигню какую-то делает. И все, я почти мертв. Класс. Беглин сапер. А можно не ваншотать на 16 урона? Все, хватит пеглина на сегодня. Погнали проходить GTA-шку. Красным ставочку рассчитал. Да. Базовая ставка. Базовая. Базовый пеглин просто. Просто абсолютно базовый. Ты просто умираешь, потому что... Потому что ты умираешь.